Кавказский, то с ними уже и так повязались. Всем нагадывают, что вот там на Увоходе можно взять всю литературу, которая информационно сопровождает сегодняшнее мероприятие. Некоторые там в Дании сегодня доехали до нас с партнером по... то есть с Киева, с Интерньюс Украина, то вы, когда вас регистрируетесь, дарите все, что належить. И сегодня у нас презентуются несколько основных документов. Те, кто отримливал от нас пресс-анонс, ведают, что это доклад по выниках працы целой группы экспертов за минулый 2013 год. Доклад называется «Свобода медиа Украины восходного партнерства». Вся информация про то, кто удельничает в проекте, где там проставлена Беларусь, мы раздруковали информацию. В принципе, это фактично дублюет вступную частку доклада, который будет размещен по посылках из нашего сайта, тут и можно будет ввести. Пожалуйста, знакомьтесь. Обрисануйте так само основную информацию в больше стисленном выгляде. И другие документы, которые сегодня презентуются, это доклад, который традиционно, что вот проектирует Белорусская ассоциация журналистов, это СМИ Беларуси 2014. Вся остальная информация у сегодняшних удельников пресс-конференции. Это Андрей Бестанец, Александр Старикевич, наместники старшины Белорусской ассоциации журналистов. У вас, безусловно, после презентации будет возможность задать им питание. Еще раз добрый день. Я на вас скажу, что мы не два, а три документа сегодня представляем. Таких аналітичних, більш оптимічних ступені папери, які охоплюють різні території, різний час. Перше, це насамреч, головне на год скликання, це ось такі великі на двох мовах доклади, які називають «Свобода медіа в країнах Усходнього партнерства», які літерально на минулому тижні, на початку навіть цього, були випущені Інтерньюсом України, і які утримлює аналітичне писання ситуації у країнах Усходнього партнерства у галіні сродкової масової інформації. Друга папера це моніторинг СМІ в Білорусі. Він поки що представлений тільки на російській мові, але вже на наступному тижні він буде і по білоруську, і на ангельской море. Ну и опошнее, это самое свежее, как бы говорить. Во-первых, это электронный бюллетень «Сродки массовой информации в Беларуси», штоквартальный бюллетень, который мы распространяем первоважно через интернет, и который наиболее актуальный, потому что он описывает ситуацию, которая сдарилась у первые три месяца, у первого квартала 2014 года по Соколик уключен. Что тычется книги «Свобода медиа Украины Усходнего партнерства», это мы уже не первый раз сутыкаемся, обмякнули ситуацию. Вы памятаете, уже двойчи проводили конференции на конце вымерения индекса свободы медиа в этих краинах. Вот мы тут бачим представленные выники по всех краинах Усходнего партнерства. И, на жаль, подчас всех трех вымерений в Беларуси, я нагадаю, что в этом вымерении проводили по 10 экспертов у каждой из краин по такому опытальнику одного формату, Беларусь находилась на опошнем месте. Але я звертаю увагу, что этот индекс, до речи, как и вот этот доклад, и они окупывают период с заковика по снежень 2013 года. И это значит, что те подеи, которые отбывались и отбываются в Украине с початку этого года, не были не вылучались экспертами подчас складу минулого индексу, подчас складу этой книги, хотя там уже зрозумело, что в снежне уже были порушения, и они зафиксованы в этом докладе. И я думаю, что в наступном вымерении, я как бы охопливать наступные три месяца, докладник будет
месяц пасаковик охопливать индекс свободы меда, может дать иншие выники. Але думаю, что в Беларуси з'явился шанец покинуть свое опошнее место, але, на жаль, не тому, что ситуация у нас полегшилась, а тому, что она вельми погоршилась в Украине, хотя побачим, мы будем спешаться, коли будем подрыхтованы, то мы, разумело, обмяркуем его разом. Книга побудована по тем самым плане, як и индекс свободы медиа. Чотири разделы: політика, практика, телебачення, інтернет, і експерти відповідають на питання. Коли ми бачимо ось амаль однолькове і достатково серйозно, амаль два рази Білорусь вступає Азербайджану по кількісних показах цього індексу політика, який охоплює узровень правової свободи, які не тільки затверджені в Конституції, а й у законах, але й в інших нормативних актах. Можна цей розділ назвати навіть законодавство. Коли ось почитати аналітичну паперу «Свобода меду України в условиях партнерства», ми побачимо, чому Білорусь знаходиться на такому місці, бо навіть у Азербайджані насамперед ситуація значно легше виглядає у плані законодавчого регулювання, не кажучи вже про такі країни, як Грузія, Молдова і Арменія. Достатково сказати, що майже у всіх країнах існує закон об доступі до інформації, закон об громадському телебаченні. Ось, до речі, Україна зараз так само прийняла такі закони, правильно, мені здається, вчора чи позавчора. І дефамація, до речі, Азербайджані дефамація продовжена у кодексі, кримінальному кодексі. Але, наприклад, там зараз дискутується питання об тим, як прийняти додатковий закон об дефамації президента. У нас, як ми відомо, що є закон об обороні президента, додаткова оборона. Тому в Білорусі все вельми добре урегулювано, але, на жаль, у цій регуляції не шмат місця залишається для свободи сродства масової інформації. Наступний, бодай, самый цікавий і самый показальний розділ, і він тичиться практики того, що відбувається, з чим ми стикаємося кожен день. І тут найбільша кількість питань експертам задається, і найбільшість матеріалу є для обговорення, що і зроблено, ну, підкреслюю, ось це медіаландшафт, як називають цю книгу. Тут ми бачимо, до речі, що індекс Білорусі, індекс Азербайджана у плані порушення амаль зрівнялися, хоча самі азербайджанці відмічають, що у другій половині минулого року, наприклад, зменшилася кількість затриманів журналістів. Наприклад, коли у у минулому годі було зафіксовано по даним Азербайджанського інституту правового меду 56 випадків фізичного тиску на журналістів, але з них 47 було у першому півгодді. У другому півгодді тільки 6. Ну, але тим не менш, президентська кампанія в Азербайджані, здається, свій вплив оказала на ситуацію зі СМІ в Україні, і азербайджанські експерти відмічають, що сроки масової інформації не виконали своєї ролі, бо вони були вельми ангажовані. І при цьому був зауважений економічний тиск на ті сроки масової інформації, які нешматлікі, які підтримували опозиційних кандидатів. У Білорусі ми бачимо, що поступово таке трішечки повищається
центре экспертов правовой ситуации, але я схильно лечить это все ж таки тем, что нема таких ну, серьезных критичных моментов, с якими мы сутыкались и в 2012 году, не кажучи уже про 2011. Бо коли уже я вернулся до годового мониторингу, то мы побачим, что у апошние месяцы такие вельми небеспечные тенденции начали у Беларуси в апошние месяцы минулого года, про этот год я скажу только позднее, довольно небеспечные тенденции начали в Украине назираться, бо держава, якая, как мы уже бачили, фактично увельгавала, взяла под шпильный контроль традиционные медиа, начала распаусюживать этот контроль и на интернет. Мы памятаем слово замминистра о том, что треба регулировать интернет не за тем, чтобы дать правы журналистам, а как можно было закрыть сайты згодно с законом об СМИ. И на книговыдавецтва распаўсюджваецца ўсё больш дзяржаўны кантроль і нават на кніжны распаўсюд, бо незразумела па якім прычынам зараз кніжныя крамы, дакладні распаўсюднікі кніг мусяць рэгістравацца асобна ў Міністэрстве інфармацыі, і гэта азначае дадатковы кантроль над гэтымі прадпрыемствамі яшчэ з боку Міністэрства інфармацыі. Что тычется затриманий, у медиа-ландшафте там значится личба 45 затриманий в Беларуси за минулый год, але, когда мы так провели проверку, подлечили еще раз, то высветлилось, что как минимум 51 выпадок затримания журналистов был у минулом годе. А, например, у паза минулом годе 60 выпадков затриманий журналистов было в 2012 году. И можно сделать выслову, что 50-60 затриманий в тягом году – это такая планка, стандартная планка, которую белорусские влады берут каждый год. А то, что отрималось в 2011 после президентских выборов, это, разумело, была уже критичная, кризисная ситуация. Зараз мы вернулись до нормы. Иншая справа, что эта норма, мы сами бачим, как она находится, например, в сравнении с Грузией и Молдовой. Наконт телерадовещания у этом у свободы медиа, медиа-ландшафте зроблено в основу экспертами, что фактично все телерадовещание у Беларуси ти является державным, ти контролируется державой, шины контролируется. Але частково роль незалежного вещальника выполняют те сродки массовой информации, какие месяцы за межой, это телеканал WhatsApp, это Еврорадио, это Радио Рация, и это Радио Свобода. Ну и таким самым пока что свободным сектором информационной просторы в Беларуси остается интернет, але, как мы бачим, и тут наша краина находится на опошних рабках, и те личбы, те оценки, которые она отримывает экспертов, и они не радуют. Ну, почему так отбывается, может Александр Станкевич? Меня оно не радует, потому что, в принципе, есть фундаментальная речь. Это ставление белорусских владов, поперечных владов Беларуси, докладнее кажучи, до незалежных медиа как институт. Ставление это стабильно кепское, всяком уже амаль 20 год. И тому нам не варто, я думаю, чекать на лепше, возмены до лепше. Худше, из-за того, что на первый день
больше где-то до узлоцнения, то есть незалежных элементов. Потому один из, что на сегодняшний день варто отзначить, конечно, это то, что ничего не изменивши по сути, улады Беларуси выглядают, скажем так, крыху инакше на тле того, что отбывается во Украине и России. Однако, снова же, не есть это свидетельством того, что они стали лучше, а просто у нас нема на данный момент никакого политического кризиса, який там больше выплескался на улице. И тому нема на данный момент великих потреб у додатковом затискании гаек, у дочинении до незалежных людей. Это все робится, это факты вы все ведаете. Але все отбывается в таким больш-менш повольным режиме, звичайным, ну, до якого мы сапраўды ўжо у нашай ступені прызвычаіліся. І каб не пераказваць тое, што вы можаце самі прачытаць, узяўшы дакументы, якія прэзентаваў Андрэй, я б адзначыў яшчэ толькі адно. Мы досыць часта і шмат кажам пра праблемы, якія стварае нам улада. Однак сегодня, может быть, варто памятать и еще про одно лишь. Хуткость и объемы информационного потока весь час нарастают. Когда мы уявили себе онлайн-медиа 5 годов тому и сегодня, то побачили, что колькость заголовков, колькость текстов, колькость контента увы, теперь значно побольше. При том, что людей в редакциях не побольше. Ну, у большинства факта. Но уже большинство редакций стабильно недоукомплектованы. И это ведет до того, что фактично одному журналисту доводится працевать часом за двоих, троих. И, конечно, все наши профессийные подвиги это справа отдельно по-честно, однако маются свои полные наступки, среди каких хроничная стомленность и профессийное выгорание. Это так само один из выкликов, який незалежно от того, какая будет влада Беларуси, по устанию перед журналистикой, и это то, что так само надо памятать и спробовать думать про то, как эту проблему решать, хотя бы частково уже все. Я хотел бы додать, что когда мы возьмем мониторы Беларуси уже в первом квартале этого года, то мы побачим, что порушение обмежевания свободы деятельности в интернете такого, ну, нередко у нас отбывается, але у большинстве выпадков, чему молчимо это не завсёды отустроивается у неких экспертных оценках замежных организаций, звычайно, окошним часом переследу подвергаются блогеры и интернет-активисты. И мы уже зараз мы кажем, что нема криминального переследу журналистов, и это означаем как позитивный фактор, але есть и опошним часом несколько криминальных справ, которые заведены супроть блогеров, инших интернет-активистов, например, супроть Олега Жирнова в Бабруську. Там на углах вот такие вельми серьезный переслед идет. Еще одно, что было зауважено под час окошних месяцев в Украине, и не то, что это цалком новое, а достатково новое для нас речь, это распавсуд фальшивок в интернете, когда
почали от имя журналистов напрямую досылать политическим активистам некие листы образливого заместу. Те насупрот журналисты почали принимать листы от политических активистов, от партийцев, заявы, которые от имени не принимались. Ну и просто было несколько спробов шляхом узлому сайту, например, свободный формат Могилевский интернет-ресурс. Там были выставлены материалы, которые не рыхтовали працовники этого сайта. Наша Нива обвесила в свой час о том, что был фальшивый аккаунт на Твиттере створен. И, до речи, когда мы читаем о подеях в Украине, то бачим, что при конце минулого года это там так само широкое распавсюта этой з'явы приняли. Так само были створены несколько ресурсов, подобные на уже існуючие. Так само распавсюджували фальшивую информацию. Ну, мы бачим, что кости переймает досвід и добро для супрацы со сродки массовой информации с интернет-активистами в Украине. И опошнее, что я хочу сказать, это то, что не отлюстровано пока что ни в одном из этих документов, которые мы представили. Это мое особистое меркование. Те подеи, которые опошними тыднями литерально уже у красовику развиваются с журналистами, которые супрацовничают с замежными медиа и с распавсюдовальниками малонакладных и зарегистрованных сродков массовой информации. Как минимум у трех выпадках были возбуждены административные справы по артикулу 22.9 за незаконный выраб и распавсюд сродков массовой информации. И самое тут такое обуральное, что, например, незаконную вырубку сродка массовой информации зараз уже у нескольких разных городах Украины милиция разумеет с дым сюжета журналистов. То есть, что он робит, выполняющий свои обязанности. На той подставе, что он не имеет аккредитации, а нет, это, могу сказать, уполнено, совсем недокладная трактовка закона, и каждый незаконно распространяет продукции сродка массовой информации. Продукцию сродка массовой информации вырабатывает не журналист, а вырабатывает редакция сродка массовой информации. Журналист только сбирает и рыхтует материалы для этой редакции. И тому до сегодня, очень долгий час, мы видели, что журналисты, которые работают без аккредитации, отримывали попереджение прокуратуры. И сами прокуроры казали, что так, и они разумеют, что больше, ничего больше они не могут журналистам брендных заработать. Зараз мы бачим такие спробы трактовки, вернее, такой милицейской трактовки законодавства. Зрозумело, это судовое решение постановы будет обскарживаться. Но тем не менее, мне вельми цікавить, я не веду отказу на это питание, чему мы на это тут, у красовику, почали такие выпуски один за другим вести. Нагадаю, что это называется не в Минску, как можно было сказать, про, например, чемпионат света в хоккее, а это отбывается в Гродно, Бресте, Витебске. Ну вот то, что я хотел сказать, и когда есть какие-нибудь питания, мы с Александром. Михаил Янчук, телеканал «Донсер». Скажите, коли ласка, літерально вчора сталося відомо, що профільний комітет Держдуми Російської Федерації
накировал відповідну поправку на прийняття вже у непосередньому парламент дотично примусу реєстрації блогерів. Це вже робиться зараз у російському парламенті. Тільки зараз лічби вони вирішають. Чи це буде 3 тисячі навідування у сутки, чи 10 тисяч навідування у сутки. Підстава до реєстрації блогера як СМІ, як середка масової інформації. Які є напрацовки в Білорусі на цю тему? І чи вірогодно такі кроки білоруських влад? Ну, як ми пам'ятаємо, замміністра інформації наприкінці минулого року сказав менавіта так, що інтернет-ресурси, найбільш популярні інтернет-ресурси будуть реєструватися як сродки масової інформації. Мовляв, що йде праця над цим. І вже тоді, до речі, виникали питання, що значить найбільш популярні. І наскільки можна отсочваць наведванне сайта, напрыклад, не отсочваць, а наколькі гэта аб'ектыўна, падчас некіх падзеў, це можа быць і 5 тысяч наведвальнікаў, потым вернецца на іншы ўзровень, як гэта отсочваць. Ну і самае галоўнае, я лічу, што нічога дрэннага не было по рэгістрацыі інтэрнэт-СМІ, інтэрнэт-ресурсу, як сродкі масавай інфармацыі, калі б у нас рэгістрацыя адбывалася як регістрація, як гэта быў акт просто фіксавання того, що ты продукт масової інформації, а як гэта не відбувалося у дозволяльному парадку і не тягнуло за собою тыя магчымасці ціску на сродкі масової інформації, які ёсць і ў Беларусі, і ў Росії. Там, до речі, ситуація крыху лепш выглядає, чым у нас законодавство абсолютно. Зустрікаю Конституцію з малої літери. Це ви спеціально зробили, яка країна така літера? Ну, ваша політика, слайд. Ну. Да, это же, как говорил Винни-Пух, это же неспроста. Не, ну на самом речь, на самом речь, когда было написано Конституция Республики Беларусь, это было бы за увага скучно. Але Конституции всех краин, я думаю, что... Разъела. Уважаемые коллеги, я так само хочу довести до вашего ведома информацию. 3 травня, это суббота, але працовный день, международный всесветный день свободы прессы с 14 до 16 в галерею У. Мы будем проводить ушанование переможцев конкурса «Вольное слово». Вручать дипломы, вот, будет так само презентация книги Саши, там, мы там и запрошаем. Додатковую обвестку и информацию мы разошлем. И у вас, как вы зараз плануете свой класс, майте на вас. Эта книжка не черговая, это мы просто с Андрюшем приклали то, что есть. А то...